На нашем телеканале полным ходом идет СМС-голосование. Жители выбирают самые яркие и необычные признания в любви родному Мурому. Каким образом распределились голоса между конкурсантами сегодня? Промежуточный итог в сюжете. Голосование по конкурсу проходит через специальный сервис, который вы сейчас видите на своем экране. Отдать свой голос за конкурсантов может каждый желающий, просто отправив СМС на указанный номер. Вот голоса тех, кто это уже сделал. Этот город – самый лучший город на Земле. Так считают участники конкурса Муромского телевидения «Город былинный, Муром любимый». В свободной творческой форме 9 конкурсантов признались городу в любви. А теперь с нетерпением ждут итогов народного голосования за свое творчество. На сегодняшний день голоса распределились следующим образом. В лидеры вышли 4 участника. Елизавета Петрищева и ее рисунки, Александра Агафонова с частушками, Андрей Мельгунов с авторской песней «Муромские купола» и «Портрет Мурома» от Евгении Аникиной. Пришла такая идея, а почему бы не предоставить на конкурс Муром, как если бы он был человеком? А для меня это представление такое, что это такой мудрый старейшина, старый мужчина. Борода – это поля наши, которые нас кормят. На плаще у него развивается наша река, наши озера. На голове мне захотелось изобразить купола, потому что этим ведь богат наш город Муром. Если вы голосуете за стихотворение «Муром древний, Муром дивный» Аллы Бондаревой, отправляйте на номер 5533 смс-сообщение с текстом «Муром ТВ пробел 1». Семейные поделки Елены Холиной «Муром ТВ 2», портрет Мурома от Евгении Аникиной «Муром ТВ 3», праздничный торт Александра Растунина «Муром ТВ 4», письмо к городу от Натальи Лаптевой «Муром ТВ 5», авторскую песню Андрея Мельгунова «Муром ТВ 6» на номер 5533, рисунки Елизаветы Петрищевой «Муром ТВ 7», если вас поразили фотографии Ирины Тутуевой, Муром ТВ 8, частушки Александры Агафоновой, Муром ТВ 9. Победители будут отмечены ценным подарком. Награждение пройдет при главной финансовой поддержке фитнес-центра «Физрук», а также при финансовой поддержке отдела бытовой техники и посуды «Рондал» в магазине «Владимир» и магазина одежды и обуви для подростков «Белая ворона». Регина Ломакина, Александр Симонов, новости Муром.